Добрый день, мои дорогие подписчики. Я сегодня хотела вам рассказать про чаши. Смотрите, вот изначально вот у нас старенькая мультиварка, да, нам подарили. Вот у нас такая вот была убитая чаша. Смотрите, теперь у нас есть вот такая потрясающая чаша из нержавейки. Вот. Которая идеально подходит на место. Вот человек, магазин М-Варка, вот нам идеально подобрал вот такие вот чаши. Смотрите, она идеально вписывается. Видите? То есть идеально закрыта. Далее, есть чаша с антипригарным покрытием. Обалденная чаша, такая вот плотная, толстая, вообще великолепная, которая тоже вот идеально вписывается на место. Также в этом магазине есть уплотнительные кольца для ваших мультиварок. Также в этом магазине есть силиконовые ложечки, вилочки, шумовочки. То есть вообще вот запасные вот эти вот штучки, вот кольца, всякие уплотнители. То есть все, что вы хотите найти для мультиварок, есть именно в этом магазине М-Варка. Если у вас какие-то вопросы, или у вас старая чаша, и у вас пригорает еда, вы можете обратиться к продавцу, и он вам подберет идеально по параметрам чашу. Единственное, что вам придется замерить вот здесь вот расстояние, ну и расстояние, допустим, самой вот чаши, от верха до низу. Ну вот отсюда до сюда. То есть по всем вопросам вам подскажут, посоветуют, помогут. Проконсультируют очень обалденный как бы продавец, по-моему, единственный нормальный в Украине, который вам подскажет, подберет, расскажет, посоветует. Вот. То есть, если у вас вообще вот хорошая мультиварка, но у вас, допустим, вышла из строя чашу, вы можете не искать вообще в интернете. Вы можете просто обратиться по ссылке, и продавец вам поможет подобрать. Спасибо за просмотренное видео. Будут вопросы, обращайтесь.